Доброе утро, мои хорошие, доброе утро. Еще нет 7 утра, очень рано, прекрасная на улице погода, никакой жары. Погода моя-моя, немножко хмурится, может быть, будет дождик, не знаю, но ветра нет. Погода замечательная, обожаю такую погоду. Вот по мне, я говорю лично за себя, по мне так все лето было бы такое прохладненькое. Для меня, например, не составляет никакого труда одеть кофточку и пойти. В принципе, знаю, что многие, очень многие любят жару. Согласна. Но в жару лучше отдыхать, а не работать, да, или куда-то там ходить по делам. Вот. Поэтому жару лучше проводить на отдыхе, желательно у моря, а лучше всего в горах. Сейчас у нас 13 градусов, но из-за того, что нету... Вот у меня показывает тут на кухне 13. Из-за того, что нету ветра вообще просто. Я на балконе окно открыла, и тепло. Вот мне тепло. Хотя ночью укрываюсь одеяльцем. Так, кофе. Ставим кофеек. Хочу попить кофе с мороженым. Что-то мне так хочется. Вчера купила мороженое. Ну, я вам рассказывала, да, показывала покупки чижек. Купила же мороженое еще там. Оставила специально на утро. Вот. Думаю, хочется мне кофе с мороженым. И вечером еще вчера готовила баклажаны. Разными способами. Баклажаны я обожаю, люблю, да, мне уже написали, что баклажаны дорогие. Ой, в этом году что-то, вот это, сейчас хочу тоже на завтрак себе положить, подогреть немножко. Прям, чтобы немножко что-то попало в желудок. А то я сегодня взвесилась, уже на 2 килограмма подхудала. Надо это дело быстро исправлять. Ну, от баклажанов особо не потолстеешь, да, они впитывают как бы много масла, но на завтрак ничего страшного. Вот я один такой сэндвич из баклажана съем. Вот. И, наверное, яйцо. Сейчас я его подогрею, потому что его, конечно, лучше есть в таком горячем виде. Вот. Такой у меня сэндвич из баклажана. Так, и вот эти баклажаны у меня здесь. Я их, наверное, тоже переложу вот в этот, вот в эту закрывалку. Так. Это у меня баклажаны, которые с чесноком я готовила. С чесноком и с сыром. Я их вот сюда переложу. И пускай они у меня здесь. И уберу в холодильник. Вот так. Потому что все съесть я, конечно, не осилю. Но баклажанчики люблю. И как я беру? 1-2 баклажана. Вот пару раз я брала по одному баклажану. Да что такое это? Господи, что-то прилипло, что ли? Вот. Или не прополоскалось. Вот. Купила один баклажанчик. И хорошо. И я сыта. Как говорится, душу отвела, да? Овощи очень дорогие. И огурцы, и помидоры. Ай, и вообще все очень дорого, конечно, в этом году. Неизвестно почему. Может быть, еще в августе, конечно, чуть-чуть. В августе чуть-чуть подешевеет. Будем ждать. Но ничего страшного. Вот я беру... По 1-2 баклажанчика, по 2-3 кабачка, помидоры, огурчики. Ну, помидоры, огурчики мы едим. Я беру по килограммам там. Уже все съели. Надо идти уже в палатку, купить сегодня на ужин пару огурчиков и там пару помидорчиков. Поэтому, конечно, мы без... Так, пойду принесу пакет для мусора. Мы без этого не можем, без огурцов, помидоров. Решила я яйцо не есть, потому что баклажаны, они сытные. Не хочу яйца, я там пока ходила в холодильник, относила вот эти баклажаны, увидела, что у меня есть пудинг, поэтому я съем, скорее всего, пудинг. Вот. Так что вот так.
такие дела. Будем ждать августа. Может быть, немножко будет, конечно, подешевле. Но дороговато. И вот мне девочки тоже пишут, что дорого. И баклажаны у них дорого, и кабачки дорого, и помидоры дорого. У нас помидоры... Вот я была на рынке, я взяла по 130 рублей. И вот в таком районе все дешевле нету. 130 у всех вот эти мохитос. 150, 180, ну там в зависимости еще, да, какие помидоры, дешевле нету. Кабачков что-то в этот раз с баклажанами практически вообще не было ни у кого, вот. Перца ни у кого практически не было. Огурцы я вам тоже уже говорила почем. Мы взяли по 80 рублей. Есть и по 70 рублей. Мы по 80? Да, мы вроде по 80 взяли. Есть по 70. Такая уже, ну, не кондиция немножко. И дороже. Вот дороже 80. По 100. Это вот эти наши луховицкие огурчики. Все. Сейчас будет ароматное кофе. Ароматный кофе. Так. Никак не допью, чтобы открыть банку. Ну все, уже тут осталось чуть-чуть. Кстати, можно открыть и это досыпать в банку. Ну не, наверное, может завтра уже, как говорится, допьем. Но я сейчас мало. Я сейчас кладу на свою огромную кружку, кладу 1,5 ложечки чайные. А то и меньше. Когда и меньше? Когда я 1 чайную ложку. Поэтому сейчас кофе расходуется очень-очень медленно. Это вот сколько я уже, да? Когда я купила? Давно. Все пью. Так, там микроволновка меня уже зовет. Так. Кофеек. А, смотрите, с какой пенкой. Все, я побежала. Закрою сейчас пока сковородку. Посуду тут надо кое-какую помыть. Побежала за баклажанами. О, горячие баклажаны такие, еле донесла. Разогрела так разогрела. Микроволновка. Вот мороженка. Такая. Что-то захотелось. Прям кофе с мороженкой. 34 рубля. Очень вкусное мороженое в чижике. И здесь полноценные 100 грамм. Мне причем нравятся и стаканчики, и эскимо. Рожок у нас очень сильно сейчас разбирается. В основном берут только эти рожки. Лакомка очень нравится. И брикетики у них там есть. В общем, разнообразное. Пожалуйста. Даже, говорят, щербет какой-то там был. Я видела, у нас был щербет. Но сейчас и щербет разбирают. Хотела щербет попробовать. Баклажаны. Ой, подогрела так, еле донесла. Я без хлеба. Прям вот так вот. Без хлеба. В общем, что хочу сказать. Как удобно вот фарш. Я заготовила, вчера кусочек достала, разморозила, баклажаны приготовила. Все просто замечательно. Это очень хорошо, когда дома уже есть заготовленный фарш. А то, когда нету, ой, начинаешь мучиться. Чего, куда, чего, где этот фарш взять, где купить фарш, где купить мясо. Все, мои хорошие, всем приятного, доброго утра. Всем хорошего рабочего дня. Я побежала завтракать. И отчаливаю, как говорится. Все. А то уже 7 с чем-то. Так. Мороженое с кофе на завтрак.